В Москве снова открыт ковидный госпиталь. Школьники в некоторых регионах переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ковидом. Врачи в поликлиниках снова начали вести прием в масках и перчатках. Новости про ковид с каждым днем все больше напоминают 2020 год. Причина в новом штамме пирола. Но сегодня вместе с ковидом нас ожидает и сильная волна гриппа. В последние годы многие подзабыли об этом вирусе. Однако врачи предупреждают, в этом году грипп может быть особо опасен. Ожидается сразу несколько новых штаммов. Да и пик заболеваемости, скорее всего, будет раньше обычного. Новый грипп и новый ковид. Насколько опасно это сочетание? Когда ждать роста заболеваемости? Эффективны ли вакцины в этом году? И что делать, чтобы защитить от гриппа и ковида себя и своих близких?